Сначала думала, что снимать не буду. Всем добрый день. А потом думаю, как это так? Как такую вкуснятину не снимать? Буду снимать какой я раз? Пятый раз, десятый раз снимаю. Буду снимать. У нас сегодня, кто будет? Это есть Лолитка, мама и я. У нас сегодня будет прекрасный ужин. Мидии я залила чуть-чуть водичкой, чтобы они у меня отошли. Чеснок нарезать не буду, целиком закину. Пахнет чеснок, как по всей вероятности молодой чеснок, потому что его с холодильника только вытащила. Почему я все время забываю вытягивать шею? Нужно срочно на массаж. Срочно. Ты уже такая сутулая хожу. Мне даже... Я вот когда шею выпрямляю, плечи назад делаю, мне чуть-чуть дискомфорт. Знаете, уже привыкла сутулая ходить. Когда выпрямляюсь, мне уже как-то неуютно, неудобно. Орхидейку забыла. Хочу ее на палочку поставить. Так, почистила я. А вот петрушки у меня нет. У меня есть укроп и 3 листика петрушки. А мидии любят петрушку. Самая петрушка. Пакет укропа. Если я чуть-чуть положу укропа, думаю, ничего страшного не будет. Вчера была петрушка. Что готовили? Кто-то что-то без меня готовил, петрушку мою взял. Ладно, положим. Попробуем с укропом. Думаю, с укропом тоже будет вкусненько. Не помещаюсь. И я не помещаюсь вместе с разделочной доской. Или я, или разделочная доска. Говорю, нет у нас белого вина. В прошлый раз креветки готовила. Нашла. Нашла последнюю бутылку белого вина. Последнюю бутылку с запасов брата. Он последнюю бутылку отдал Каринке. У нас Каринка любит белое вино, которое готовит брат. Сам готовит. Сейчас мода, все стали виноделами. У всех, у кого дома есть виноград, все готовят вино. Так, давайте попробуем. Можно... А, это не прямой же эфир. Но все равно. Такой сегодня влог будет нетрезвый. Я сняла. Как я сняла? Крышку. Я, наверное, уже не смогу. Нет, сегодня, как и обычно, будет трезвый влог. Потому что Нарина... Не, я не справлюсь. Он ее еще закупорил. Он ее налил из-под бутылки водку. Водочную бутылку налил. Не, я сама не смогу. У меня сил в руках вообще нет. Мидии мне придется сегодня готовить без вина, да? Как так? Ну, как так? Хотела, честно говоря, прежде чем миди готовить вина чуть-чуть попробовать. Кофе закончилось, вина нет. Хоть плачь. Что делать, а? У меня даже нету штопора. А эту штопором, наверное, и не откроешь. Мой штопор увезла Олеся с Васей. Так, что Вася здесь? Это ваш виртуальный друг? Алиса, Вася это не мой виртуальный друг, это мой настоящий друг. А ваш друг
классе, где живет? Она молчала, молчала. Вась, видишь, на тебя даже Алиса как реагирует. Так, что будем делать дальше? Очень печально. Хотелось попробовать вина. Может быть, Каринку попросить? Она у нас девушка сильная. Может, она мне поможет открыть вино? Сейчас позову Каринку. Может, она мне поможет? А я открыла, чтоб Мара наш выбегает туда-сюда. Дима мастера боится. Мне Каринка открыла вино. За вас, за нас, за Северный Кавказ. Вкусное, очень вкусное, сухое белое вино. Так, что мы тут делаем? Мы выливаем оливковое масло. Жарим чеснок и потом будем добавлять мидии. А я буду пока потихонечку попивать вино. Кофе закончилось? Или я плохо посмотрела, или у нас закончилось кофе. В кофемашинке нет. А после такого вкусного обеда, конечно, захочется кофе. У меня там есть, для турки кофе. Если что, сварим в турке. Марусь, что ты бегаешь туда-сюда, как неприкаянная, а? Девочка моя. Так, сейчас под крышкой буквально минут 7, затем добавлю вина, еще минут 5 и мидии готовы. У меня тем временем закипает вода, буду варить спагетти. Спагетти это или спагетти? Нет, спагетти будем варить. Наверное, мне их надо было от ракушек освободить. В следующий раз я, наверное, просто миди без ракушек сделаю. Добавляем вино, солим, перчим и через 5 минут все готово. Так. Вода на спагетти закипела, добавляем спагетти. Добавлю красный перец. Думаю, с каена будет намного вкуснее, чем с черным.
зелень добавлю уже в самом конце. Сейчас вместе приготовим и вместе будем делать мукбанг. Вместе кушать будем. А вино, знаете, такое не белое, а чуть-чуть в розовое дает. Вкусное. Так, отключаюсь, переключимся уже, да будем пробовать. Мне просто нужно таймер поставить на спагетти, хотя я могу на духовке поставить. Все, обед готов. Сейчас накладываем и садимся наслаждаться. Я возьму себе большую тарелку, потому что из-за ракушек. Ракушки большие. Как это пахнет. Так, я на диете. Мне совсем немного спагетти и побольше белка. Ой, скользкая зараза. Все, думаю, мне достаточно. Так. Нужно, чтобы эта вкуснота была видна. И чтобы я в кадр попадала, да? Хорошо было бы, конечно, сейчас сделать прямой эфир. Но в следующий раз. Пахнут вкусно морепродукты. Мама приехала сытая. Девчонки ее там покормили. Карина кушать не хочет. Она приболела чуть-чуть, без аппетита. Мои девчоночки поехали гулять. Я в гордом одиночестве. Очень вкусно, но мне не хватает чуть-чуть перца. Минутку. Надо поперчить. Добавила каена, черного перца не добавила, а черного перца мне не хватает. Порция так огромная. Так, как мне установить, чтобы была видна и тарелка у меня? Вот так, наверное, в самый раз. Я, наверное, в прошлой жизни была итальянкой. Макароны, там и все. Чуть-чуть мне не хватало остроты. Перец добавила самое то. Очень вкусно.
Помню, когда раньше детьми на море ездили, постоянно собирали вот эти ракушки. Я еще ни раз не пробовала улиток. Нужно как-нибудь попробовать. Уже морских гадов, по-моему, всех пробовала. А вот улитки... А, нет, не пробовала морских ежей и улиток. Ладно, я буду наслаждаться. Большое спасибо, что и этот день провели вместе со мной. Всем удачи, мирного неба над головой, здоровья, достатка, чтобы все мечты, которые мы загадывали, исполнялись. Увидимся в новых влогах.